Добрый день! И на проекте ТВ «Шанс» сегодня Махей. Махей, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Давненько не виделись, ровно год прошел. Да. Какие у вас произошли изменения за этот год? Да, развелся, стал счастливей. А в творческом плане? Развиваемся, расширяемся. Новые проекты, новые дела, подготовка к сольному концерту. Так, вы сегодня же у нас поете, выступаете? Обязательно, да. Где-то далеко-далеко из своего загашника я нашел интересную песню, которую сегодня хочу презентовать. Вот. Как называется? Город. Город. Так, Махей, может быть, тогда мы всех поздравим с праздником, с Днем России? Давайте поздравим. Поздравляю всех жителей нашей необъятной Родины с этим замечательным праздником. Пусть все у вас будет хорошо и счастливого неба над головой. Да, Махей, полностью присоединяюсь к вашим словам. С Днем России! И у меня еще к вам такой вопрос. Как давно вы занимаетесь творчеством? 22 года. 22 года. Это немалый срок. Это очень немалый срок. Скажите, а как начался ваш творческий путь и что вас вдохновляет? В далеких, начало 2000-х годах вдохновляет только подъезд, гитара и бутылочное пиво. В юности, как говорится. Да, это замечательно. Очень приятно познакомиться. Махей, а что бы вы пожелали всем, кто выходит на сцену, кто начинает свое творчество? Не бояться, экспериментируйте, делайте так, как считаете нужным, и работайте живьем. Да, это важно. Махей, спасибо огромное. Но мы не прощаемся, а говорим до новых встреч!